У нас другая волна, и она нас прокачивает. Всем нашим пусть сопутствует удача. И если вдруг будет иначе, не сворачивай. Задача закончить то, что начато, и идти. Постоянно молчишь, да ты по знаку зодиака даже рыбы, по восточному
молчишь? Приезжай, Толик. Толик, пошел нас с Анжеликой. Она вот и почти на пуле кинет. Подожди, а что это опять началось на сцене такое? Да мне надоело это, ребят. Мне надоело, что вы неудачники. Я не хочу с вами играть в одной команде. Поэтому я создала свою женскую команду. Девочки. А на сцене находятся самые заветные мечты всей мужской половины зала. Толик, уйди. Толик, стой, останься, останься. Вот видите, мы вас во всем лучше. И поэтому миниатюра. Случай в школе. Добрый день, девочки. Ну что же, перейдем. О! Что, продлевать будете, не? Вообще-то, мы учимся в институте Поплавского. Ну я вижу, а чем вы на трассе стоите? Мы на гастроли едем! Какие гастроли? Стоп, подождите, ничего не понимаю. Какие гастроли? Ну я вижу, вы в костюмчике оделись, да? Вообще-то, мы народный коллектив эстрадных миниатюр юного зрителя Зорика. По-моему, тут попахивает статьей 152 Криминального кодекса Украины. Ничего не правда, у нас даже свой продюсер есть, Ашот. И шо? Ничего, Ашот. А как ковшо? В общем. Ну что ж, дорогой зритель, как вы знаете, в финале играет три команды с Киева, две из Хмельницкого, и сейчас две команды уже с Кировограда. И, соответственно, они займут первое и второе место. Ну что же, команда КВН «Маленький Париж» работали для вас. Первый сезон!